Художница Ирина Азаринская показывает свое платье. Оно тоже экспонат. На ткани текст поэмы Эдгара По «Ворон» и даже миниатюрная книга. Такой диалог, вот и по-своему проиллюстрировала, проинтерпретировала это, эту поэму. Платье художницы – часть серии «Вороны». Кроме наряда, в нее входят 9 картин. На них Ирина изобразила киевских пернатых. За воронами наблюдала не один месяц. На бумаге из черных птицы превратились в белых и красных. Свой проект Ирина называет арт-книгой. Изображение тут объединено с текстом. Читать их можно только как-то рельефно, да? И прикладывая интеллектуальные усилия. Вот. А тексты, стихотворения Андрухович, Алины Костенко, сказки народные, эскимосские сказки. Обрывки фраз художница наносит и на кукол. Эти экспонаты можно не только увидеть, но и подержать в руках. Мы можем вертеть их, там поднимать ручки, как-то вот так вот с ними играть. То есть продолжается игра с куклой как таковой, да, но здесь как бы она уже немножечко по-другому подается. А эти картины созданы из того, что валяется под ногами. О графике киевлянина Тараса Ковача рассказывает куратор выставки. Серия называется «Железо». Художник собирает металлолом, красит его и ставит оттиски на бумаге. Старые консервные банки, то есть крышки, на некоторых даже, если сильно хорошо пропечатаны, то на некоторых можно увидеть число, дату изготовления. Тарас Ковач представил в Харькове серию «Шпалеры». На белых листах повторяющиеся изображения людей, цветов и сооружений. Сам художник в первую столицу не приехал. В галерее можно увидеть лишь его автопортрет с любимыми гвоздиками. Валерия Шапаренко, Анастасия Горелкина, Виталий Осьмачко, медиагруппа «Объектив».